Гитару Боба Дилана продали на аукционе за 400 тысяч. С молотка был пущен инструмент Martin модели D28 1963 года. В Далласе в США прошел аукцион, на котором продали гитару американского музыканта Боба Дилана марки Martin модели D28 1963 года. Музыкальный инструмент ушел с молотка за сумму в $396,500. Передает Сёрка. Боб Дилан получил Нобелевскую премию. Сообщается, что аукцион прошел в субботу, а имя покупателя держится в секрете. Известно, что Боб Дилан играл на гитаре более 10 лет, после чего продал ее в конце 1970-х годов своему гитарному мастеру, сохранившему чек. Инструмент был продан за $500. Ранее корреспондент Нет сообщал, что гитарист Боб Дилан написал свою Нобелевскую лекцию. По материалам сайта newsgra.com.